Раннее утро. На пешеходном переходе на улице Неделина оживленно. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции проводят профилактическую акцию. Им помогают студенты по случаю праздника. Сегодня мы рассказываем пешеходам о важности правил дорожного движения, о том, как правильно себя вести на пешеходных переходах, на дорогах, как правильно себя вести водителям. Нужно обязательно убрать наушники и телефон, когда переходишь по пешеходному переходу, использовать на своей одежде вот такие световозвращающие элементы. Мешают не только наушники и капюшон. Поднятые воротники и головные уборы тоже уменьшают обзор. Впрочем, и водители бывают невнимательны. Поэтому с привычкой перебегать дорогу в неположенном месте лучше расстаться. Да и на пешеходном переходе стоит смотреть по сторонам. Это лишним не будет. И в ПДД прописано. Потому что нужно следить за правилами дорожного движения не только пешеходам и водителям автомобилей, но и мотоциклистам тоже. Один из самых простых способов обезопасить себя в темное время суток – носить на одежде световозвращающие элементы. Их, кстати, тоже раздали прохожим. Такие акции проводятся на регулярной основе как со студентами, так и с волонтерами. Не только на пешеходном переходе, но и в местах массового нахождения граждан. Переход – место повышенной опасности. При приближении к нему водителям следует заранее снизить скорость. Ну и пешеходам не стоит расслабляться, ведь они такие же участники дорожного движения. А значит, тоже должны соблюдать ПДД. Екатерина Крамер, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».